Международный планетный центр присвоил одной из планет имя героя Советского Союза Евгения Руднева. Летчица Женя Руднева погибла весной 44-го под Керчью. Этой девушке было совсем немного лет, но это был ее 645-й вылет. 645-й, последний! Истину, мою звезду, раскрою истину.
покрывает крымская земля. Опять зенитки бьют по самолету. Планету Евгения Руднева.
будет жить века. И смерть уже не властна над тобой. Ты навсегда осталась у землян сердца. Без смерти здесь и не растущей весной. И тут, когда развеют ночи мир, Bro.